У губернаторского лицея номер 100 на бульваре Знаний скоро появится младший брат. На соседнем участке скоро начнется строительство нового корпуса на 550 мест. В лицее учатся в два раза больше учеников, по последним подсчетам 1750 человек. Связано это и с быстрорастущим микрорайоном, и с большим количеством желающих с других районов города. По нашим расчетам 550 мест вполне будет достаточно. Тем более мы держим... Достаточно для существующей застройки. Да, тем более, если мы говорим про освоение новых массивов здесь, новых микрорайонов строительства, то там уже мы будем выставлять требования по строительству отдельно стоящих новых образовательных учреждений. На данный момент идет согласование проектно-сметной документации. Далее торги, выбор подрядчика и непосредственно строительство. Объект включен в проект развития образования, поэтому предусмотрено федеральное финансирование. Губернатор поставил задачу открыть школу к новому учебному году в 2023 году. Недалеко от места будущей школы, ближе к микрорайону УКСМ, уже нашли землю под взрослую поликлинику. По проекту это будет здание в 7000 квадратных метров, к которому прикрепят не менее 30 тысяч жителей. Сейчас всех обслуживает переполненная 4-я поликлиника на Камышинской. Помимо врачебных участков, которых мы планируем не менее 10, соответственно, это функциональная диагностика, это узкие специалисты, это, разумеется, это навсегда. Не хватает в новых районах и общественного транспорта, поэтому в планах не только расширить маршрутную сеть, но и построить трамвайные пути. Их проектирование уже началось. Примерный план показали губернатору. Пока в городской администрации не решили, по каким улицам пойдет электротранспорт. Как вариант, линия пройдет от Вещевого рынка по трассе М5 и повернет в новый микрорайон на Ефремово. При этом мы сразу говорим, что трамвай будет здесь строиться по новой технологии. Это бесшовный путь, так называемый бархатный путь, который вибрации, шума не издает, и использовать однозначно новый подвижной состав, современный подвижной состав. Таким образом получим полноценное легкое наземное метро. Непосредственно строительные работы пока идут на других объектах. 35 человек занимаются устройством фундамента под сад на Шигаева. Учреждение будет рассчитано на 160 мест. Перед подрядчиком стоит задача ускорить темпы и сдать объект до конца года. То есть из самой сложной работы из грязи, из забитых свай мы вышли 2 недели назад. До 15 июня я хочу закончить ростверки монолит и потом уйти на укладку ФБС и каркас. Все оплачено у меня, все уже произведено. Мы только ожидаем вот технологически окончания работ по фундаменту, а там уже будем работать в 2-3 смены. Другой детский сад на Отрадной уже почти готов. Полным ходом идут внутренние отделочные работы. Сад рассчитан на 280 человек. И кроме привычных групп пищеблока и спортзала, здесь предусмотрена столярная мастерская. Видите, здание готово практически. Осталось немного посадочных работ завершить и по внутренней отделке. На сегодняшний день сложность с деньгами. То есть надо закупить тазы, раковины, сантехнику, всю. Часть средств уже заложена в бюджет, изменения которого приняли на последнем заседании законодательного собрания. Анна Тищенко, Улправда ТВ.